Это мы спускаемся к погрузочной станции. Фуникулёр вот, по-русски. Народу. Кораблик военный. Я включаю режим постоянной съемки. Я буду держать. Знаешь, как снимают, да, вот это, когда камера на человеке закреплена. Ну, когда человек ходит, у него камера снимает. И он сам так подписывает. Да, да, да. И он ставит коста такой. Да, да, вот он сейчас будет такая. И у него есть такой, это вот человек делает вот так. Хочешь сюда поближе? Ну иди, проходи впереди. А, вообще папу надо? Да ладно, я так поснимаю. Камера снимает. Камера снимает. А? Кого? Это, сколько людей? Много. 15 пассажиров написано. И сколько это килограммов? Ну, по 8-7 за каждого человека тонну, значит. Я боюсь. Бойся. Ну, свалим все так сюда. Нет, тот был Милхас. Я что такой этот. Нас зафиксировали. Теперь можно тоже не назвать. Вот там думаю. Сукмарами или как он называется? Там вообще будет сам. Как он зовут? Под уровень. Балоса, наверное, пьяный может. Окша. Давайте пляску сможешь? Ну вот я. Тебя надо поймать ее будет, да? Там. А? Опа, я ее складываю, да. Понял. Оп.
Будь здоров. Так, останавливаем съемку, я пойду. Да. Данька? Пошли. А, видео? Да, почему-то я каждый раз, что делает брынь, как будто что-то нажимается, когда я к телу ставлю. А, тело из-за этого. Как будто что-то чувствует. А, чувствую, что он такой. Да, как будто нажата кнопка. А? Да, тело. Это емкостной датчик. А как ее сделать, чтобы только это? Потому что мы обладаем емкостью. Емкость есть у нас, у тела. Что такое емкость? Ну, это будете учить по физике. Емкость? Это свойство тела накапливать энергию, называется емкостью. Или в данном случае электрическую энергию. А? Энергию, да. Емкость – это сколько ты можешь накопить этой энергии. А энергия как ты нажимаешь? Или что? Да, люди потом по физике учить. Это сейчас невозможно рассказать. Вон, смотри.
поможешь? Это просто посмотреть можно пройтись и все. Пошли туда, да? Землетрясение, то может упасть. Нет. Пока этого еще не умеет делать. Это земля двигается внутри когда? Земля у нас же там мягкая. Там же магма, все это двигается, и эти слои наши, они тоже двигаются. Ну, пошли дальше, так. Коляски пройдут. Вроде проходим, да? Проходит. Что? Она едет. Люди сделали. А почему плита там есть? Не, это толстая плита, она хорошо держит. И люди же, они не сильно тяжелые.
может ударить сильно. Туда на коляске не спуститься. Пойдешь туда, Таня? Яна, хочешь пойти тоже спуститься? Танька, ты тут остаешься с нуля? Тань, Танька! Ты слышишь? Нет. Нет? Ну хорошо. Я пытаюсь, что-то будет видно. Пошли, Дань? Нет? Что? Ребенок спит, довольный жизнью.
Ух ты! Смотрите. Рискуя своей жизнью. Только что поймать. Да. Неожиданно. Дальше. Да. Ой, проснулся ребенок. Или такая тряпка. Я решил снимать со света. Данька, папа, помоги чуть. Вы лучше разверните и идите сзади, как бы ее. А где Данька? Не, вроде же вышел. А, кстати, вот это называется этим ногой слона. Да. Ну вот назвали почему-то. Это камень. Это, кстати, мягкий камень. У него даже название есть, я забыл, как он называется. Не, вода его размывает, этот камень. Да, да, да. Меловой, что ли, этот камень называется. Поэтому, Даник, здесь и появились эти гроды. Вода вымыла, потому что камень мягкий, она вымыла его. А, тут этого не было. Не было, да. Тут было очень большое. Давным-давно, говорят, такого не было. Очень долго-долго была вода. Когда-то, очень давно, да. О! А? Да, может быть, люди вырезали уже. И тоже там это, еще. Да. Тоже народ нет. Народ может быть. Ребенок выжил? Невозможно. Главное, Игорь, это не показывает. Почему? Почему?
Пусть знает, что такое активный отдых. Вон они, задание, смотри, летают. Дань, только не это, не хныкай. Что, потопали, Дань? Эй! Данька! А, тут надо будет по ступенькам помочь подняться. Данька, смотри, вон голуби летают здесь. Вот тут здесь залетал. Вон они, голуби. Да. Я даже не вижу, что я снимаю. А? Кто? Пошлите в ту сторону. Это я. А, ты хочешь пройти весь этот вообще насквозь туннель? А, он закрыт, что ли, Дань? Не-не, туда можно идти, это точно. Яна читает еще. Наверное. А, там закрыто, Анталя. Закрыто там? Наталья, там закрыто? Открыто. Хорошо. Идем, мы выйдем с той стороны туннеля. Выйдем с той стороны туннеля. Ты все прочитала? Да. Ага.
Так, ставим на паузу. Не, я думаю, просто так тоже нельзя взять. Это такой двухместный велосипед с рулем. Что? Но если будет вставай, будет закричит, это будет это так, а ты остановишься, а она остановится, а он не знает. Не знает? Ты рядом, ты можешь ему сказать, Даня? Как же он не узнает? А, Даня! Да. Ну, чтобы знать, здесь же еще просто вход. Кого? Куда хочешь? Поставить? Хочешь тебе на лоб поставить? Хочешь, чтобы тебе на лоб поставили? Даня, можно куда угодно поставить. Хочешь, что лоб поставят? Ставят сюда. Опа. И сколько мечтары тут? Ну, они приехали. Видимо, они здесь тоже останавливаются. Опа, дайвинг, Даня. Дайверы. Те, кто ныряют под воду, это баллоны их не. Научишь? Нет. Почему? Надо тренироваться, просто так ты не можешь. Я умею. Надо. Умеешь? Да. Ты уже плавал? Да. Да? 40 минут плавал. Ничего себе. У него нож сотри, Данька. Видишь? К ноге привязан. Видел? Да ладно, вы чё? Ладно, я здесь буду. Я сторожу, да. Ребенок спит.
Конец. Но вот они на сами на себя. Ну это какие-то сурки. Сидит, смотрит на нас, наверное, кошки хочет. Почесался. Как кошка, да? Или как собака. Маркиз также может все сделать. Делает все. Да. Да, потом мы уже будем подниматься. А, чтобы сюда дойти, надо оттуда. Спуститься сюда. Вниз, да? А из-за этого они нам дадут. Кого дадут? Нам подняться. Что это значит? Здесь все поднимаются и опускаются? Да, то есть сверху был это, где вот стоит артист, а тут вон это, может, кто... Ну ты сверху приходишь, покупаешь билет. И потом спуститься. Да. А потом ты можешь подняться без картиза, потому что... Да, а все уже. Правильно, правильно. Амит, вот еще маем, бакша. Я
Да, да, да. А, люди сейчас выходят. Они туда выходят, все нормально. Сейчас никого уже никто не спускается, он пустой едет вообще. Ой, кто это там? Ой, это компьютер там, кто это там? Соник, да? Соник. Улыбнись. Улыбнись, сладкий. А, где мама сейчас как выйдет? Котенок. Ух ты, он пустой вообще. Давай я пойду. Да нет, в чем да нет, это... Он... Он помогает, да, все хорошо. Они говорят, тебе смоля почему-то. Не знаю. Да, да, я справа вас снимаю, что вы здесь, со мной. А все вернулись? Да. А что ты, по-моему, делаешь? Почему вам нужна кнопка входит? По-моему, я видел. Я глянула, там есть кнопка BCVZO, а там нужно по-моему. Звонок? Что? Скажи, это вас? Да вас это радует, а мне-то чего? Ну, мы поедем, да? Поехали. Где? Два колеса, один наверху, другой внизу, оба вращаются. Протягивают вперед, назад, вперед. Проволоку. Трос. Вот кирпич. Где мы с ними спускаемся? Да. Осуществляем заход и захват. Как хорошо, даже не коснулись. Сможешь? Давай. Оп, отлично. Ага. Вот как дверь открывается. Вот эта дверь, это не мадрисол. Это открывает дверь, когда он поднимается, он мутеху там, а когда мутеху там, он это и это. Думаешь? Бьет. Давай посмотрим. Видишь тут? Посмотри, да. Когда это будет спускаться, и все делается. Точно. Сейчас точно. И так и закрывается. Да, потом давит. И вот спускается и закрывает. Да, молодец, заметил. А, ну нам да, не надо подниматься на самый верх теперь. А что подумали, да? Да. А это вообще это. Да тот автомат идет. Это автомат еден. Да. Ну все, на этом мы заканчиваем наш видеорепортаж. Это тот самый новый мост. Да, точно. Еще не заканчиваем. Попробуем снять тех, кто на каяках катается. Что-то они тут вместе стоят, а эти вроде поплыли. А
вон там это. Это свина твои. Да, это нас охраняют. Но они это там только одна. Да, но сейчас что, остальных позовут. Да, они у них стоят радары, не переживай, они заранее смотрят. Этот просто лодка уже готова сразу вступить в бой. Это называется нести боевое дежурство. А сейчас у ярланов нет еще специально, чтобы не отвердиться. У кого? Ну, там Ливан. Там. Ливан. Ливан туда, на север. А откуда вы там? Там, Израиль? Еще 700 километров. В ту сторону. Мы в самом конце Израиля, туда, дальше весь Израиль. А, например, вот так, если мы вот так будем, то мы будем так. Мы вот здесь сейчас находимся, вот смотри, на мою тень. Вот где моя голова, это мы сейчас находимся. Вот здесь вот, вот тут, Хайфа, плечо, а вот сюда идет Израиль туда вот. Все можешь взять карту посмотреть, я тебе покажу, где мы были. Все. Видишь, iPhone 5? Да.